Всем добрый день! Сегодня я предлагаю рецепт цветной капусты в кляре. Капуста получается очень мягкая, сочная, с румяной корочкой. По вкусу она напоминает жареную рыбу. Всем добрый день! Сегодня я хочу предложить вам рецепт блюда из цветной капусты. Это цветная капуста в кляре. Сначала капусту нужно разделать. Для этого вот эту часть нужно срезать. И затем вот таким образом вырезать кочерыжку. Вот это можно выбросить. А цветную капусту разобрать на соцветия. Примерно вот такие. Вот эту часть немножко нужно срезать. Но так, чтобы не распались, вот остальные соцветия не распались. Все, соцветия мы разобрали. Теперь их нужно промыть. Вот еще. Если где-то что-то просмотрели черное, нужно убрать. Или же просто взять вот таким образом и зачистить. Теперь соцветия нужно опустить в кипящую воду, посолить и варить 4-5 минут. Для кляра вам понадобится кефир, мука, яйца, соль, разрыхлитель и пряности. У меня карри и хмели-сунели. Вы можете выбрать по вкусу. Но мне больше всего нравится цветная капуста в кляре именно с карри и хмели-сунели. В готовом виде такая капуста напоминает жареную рыбу. Отваренную капусту откиньте на дуршлаг, обдайте холодной водой и остудите. В миску разбейте яйца, вылейте кефир и перемешайте. Насыпьте муку. Сразу всю муку высыпать не надо, потому что, может быть, ее будет много. Примерно половины пачки разрыхлителя. Хмели-сунели и карри кладите по вкусу. Эти пряности не острые, зато очень ароматные. Тесто должно быть таким, чтобы оно не стекало с цветной капусты. Ну и густым его тоже не стоит делать. Когда масло нагреется, берете капусту, обмакиваете в кляре и выкладываете на сковородку.
Жарите на умеренном огне до румяной корочки. Старайтесь, чтобы все кусочки были одного размера. Если у вас есть маленькие и крупные кусочки, выкладывайте на сковородку одинаковые, чтобы они равномерно прожарились. Крышкой закрывать не надо. Когда одна сторона поджарится, переверните на другую сторону. Вам придется их несколько раз переворачивать, чтобы все стороны, все бока тоже поджарились. Вот здесь вот, видите, не прожаренное. Вот здесь вот. Это нужно будет потом тоже переворачивать. Крышкой не закрывайте. Когда капуста со всех сторон поджарится, вот видите, я со всех сторон ее жарила, переложите ее на блюдо, застеленное бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего жира. Если капуста мелкая, вы можете ее прям вывалить вот так вот в тесто. Перемешать хорошо. И все это выложить в сковородку. Но это если уже капусты мало, чтобы она распределилась ровным слоем. Вот так. Когда одна сторона поджарится, просто разделите вот так на части, перевернете на другую сторону и жарьте до нужного вам состояния. Кстати, мелкая цветная капуста, она такая более сочная получается и ароматная за счет того, что капусты мало, а теста много. Поэтому выбирайте сами, как вам удобно. Или крупную делать, или мелкую. Все, цветная капуста в кляре готова. Она получилась очень такая обжаренная, румяная. Теперь посмотрим, как она выглядит внутри. Вот, смотрите, вот так она выглядит внутри. Внутри она мягкая, пропитанная специями и пряностями, а сверху покрыта румяной корочкой. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! А это капуста, которую я уже второй партией обжаривала, мелкую. Здесь больше теста, но меньше капусты. Вот. Очень мягкая и вкусная.